Не каждый день увидишь в руках у девчонок автоматы и патроны, а в военно-патриотическом клубе «Форпост» это в порядке вещей. Здесь проходят занятия по начальной военной подготовке. В этот раз азы военного дела осваивали 25 девушек. С автоматами они обращаются так же легко, как и большинство современных подростков с электронными гаджетами. Меня просто всегда интересовала вот эта вот тема с военной подготовкой. Здесь также, кроме военной подготовки, есть просто спортивная подготовка, спортивный туризм. Мне вот нравится вот это вот все. И занятия обычно мы сначала идем в спортивный зал, там занимаемся, потом собираем автоматы, разбираем, тоже собираем, разбираем магазин, и после этого идем на растяжку. Прыжки в длину, поднятие пресса и другие физические нагрузки воспитывают выносливость, поэтому их тоже включили в занятия по НВП. Параллельно девушки готовятся еще и к сдаче нормативов ГТО. Мастер-класс по начальной военной подготовке проводится в первую очередь для девушек, так как у нас очень много воспитанников, которые изъявили желание выступить в личном зачете, вот. Соревнования у нас проводятся в основном для парней или для командных. Бывают сильные девушки, не выходят в призеры из-за этого. Напомним, курсы НВП в Губкинском открыли в октябре прошлого года. За это время их уже прошли около 200 губкинцев. Сабина Лимарова, Валерий Усманов, Александр Серебренников. Новости Губкинского.